Ярославский технический университет принимает международный строительный форум. Специалисты из ведущих вузов нашей страны и зарубежья обсуждают последние тенденции в строительстве. Основной акцент на внедрении BIM-технологий, другими словами, цифрового моделирования объектов. Они позволяют рассчитать и определить параметры всех процессов еще до начала работ на объекте. Отдельно участники обсудят новые композитные материалы, а также тенденции в деревянном зодчестве. Форум продлится 2 дня. Такого уровня конференции у нас проходит очень редко. Смогли собрать и академическое сообщество, и практиков. И на форуме мы посмотрим и информационное моделирование, а вот в английской терминологии BIM – это как раз то, что станет обязательным с 1 января будущего года для всех государственных муниципальных контрактов. Форум проходит 2-й год на базе Ярославского государственного технического университета при поддержке Российской академии строительных наук. В структуре форума несколько тематических секций, каждая из которых, соответственно, посвящена своему блоку вопросов. Это и материалы, это современные технологии проектирования, это строительные отрасли в контексте урбанистики и проектирования городской среды, но еще и также несколько тематик уже внутри самих секций.